важно соблюдать как свою безопасность, так и безопасность соседей. Поэтому договор надо заключать обязательно каждому и каждому требовать исполнения этого договора. Безопасность и комфорт важнее всего. День открытых дверей в управляющей компании «Щелково» по рекомендации Госжилинспекции в очередной раз был посвящен теме обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Право выбрать любую организацию, которая бы контролировала исправность газовой плиты, водонагревательной колонки, приборы учета газа, собственникам предоставил жилищный кодекс. Вот только не все этим правом воспользовались и предпочитают, чтобы вопрос за них решила управляющая компания. Мы рекомендовали и просили управляющие организации провести собрание и поговорить с собственниками, выбрать из списка организаций какую-то одну организацию, которая будет обслуживать на одном многоквартирном доме внутриквартирное газовое оборудование. Это удобно и собственникам всем, и управляющей организации. Протоколы уже готовы по 58 домам, переданы уже в Мособлгерц. Наличие договора на обслуживание страхует жителей от контакта с неизвестными компаниями, которые навязывают услуги, причем зачастую по завышенным ценам. В микрорайоне Богородский нет внутриквартирного газового оборудования, поэтому жители приходили с вопросами организации раздельного сбора мусора. В домах с мусоропроводом руководство УК «Домжилсервис», не дожидаясь указаний сверху, предлагает создать специализированные площадки для сбора разного мусора, сортировать коммунальные отходы. Выгодно. Мы хотим опередить события и не ждать. Есть компании, которые принимают пластик, принимают картон. Да, с ними только вот этот вопрос необходимо решить, и все. И в дальнейшем, я думаю, через месяца 2-3 мы приступим к раздельному сбору мусора. В день открытых дверей в городском округе Щелково встречи с жителями организовали 32 управляющие организации. В некоторых УК к делу подошли с фантазией, накрыли сладкие столы, украсили офисы шарами. Не только вопросы обслуживания внутригазового оборудования могут задать сегодня жители в управляющих компаниях. Здесь, как мы видим, управляющая компания «Домжилсервис» пригласила компанию, которая обслуживает у них лифтовое оборудование, поэтому широкий спектр вопросов могут сегодня обсудить каждый житель. День открытых дверей – это еще и возможность обсудить план уборки территории, текущий ремонт дома, чем в субботний день и воспользовались активные жители. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».